30 марта исполнится 101 год со дня рождения Алексея Шеметова, российского писателя, более 30 лет жившего и творившего в Тарусе. В городе в его честь районным собранием учреждена премия для поощрения творчества литераторов, пишущих о Тарусе и ее жителях. С вдовой писателя встретилась Ольга Золотина. Тогда такой цвет, а ведь выцвело, или солнце, опыт большие были. Выцветшая, но исправная, старая пианино, свидетель счастливых дней детской библиотеки и начинавшей в ней работать музы Шеметова. Когда-то здесь проводили музыкальные вечера, и в гости заходили писатели. Из окна виден двор, где юная Накия встретилась со своей судьбой. Вот здесь сарайчик был, убрали сарай, я вышла за дровами. И входит человек такой полушубки, в шапке-ушанке, вот такой он. Вы знаете, я вот всегда говорю, мне показался, Грин сошел с помоста. В Тарусу писатель приехал после лагеря и ссылки, как многие неугодные власти и творческие люди того времени. В тюрьму попал после третьего курса филфака всего лишь за знакомство с репрессированным писателем Домбровским. В калужском Барбизоне вернулся к нормальной жизни. Арестантское прошлое и 35 лет разницы в возрасте не стали помехой для любви. Накия была женой, музой, подругой и секретарем. Я не просто была простая вот жена. Это могу прямо сказать. Я, конечно, была и подругой, и другом, и помогала, и постоянно, и печатать научилась, только вот у него даже техника печатания, скорость у меня, все вот через это его книги получилось. После смерти мужа библиотекарь Никия Исхаковна стала хранителем еще и домашней коллекции книг Шеметова. 1500 экземпляров, некоторые из которых изданы еще при жизни писателей начала 20 века. Подошла со знанием дела, завела картотеку, пролистала каждый литературный экспонат. Я решила каждую книжку прощупать. После смерти как-то мне было очень грустно, очень тяжело, хоть и дочке было 6 лет, дела были. Но вот когда я каждую книжку брала в руки, листала ее и делала описание, мне становилось хорошо. Вроде как побеседовал. Тем более среди страниц попадаются письма, ценный материал для главной книги супруги писателя. О самом Шеметеве издать свою биографию завещал супруг. Она уже выпустила сборник произведений Алексея Ивановича. Экземпляр хранится в Тарусской библиотеке, в центре своеобразного фан-клуба автора «Пламенных революционеров». Сотрудники вспоминают, книги производили большое впечатление и на Беллу Ахмадулину. Такое большое впечатление произвел на нее этот роман «Следователь Державини», который приезжал к нам в Калужскую губернию. Вот. И когда она прочитала его, она всю ночь была под впечатлением, и вот утром встала рано, шла, и вот в голове у нее был Державин. 30 марта в честь дня рождения писателя в библиотеке пройдет творческий вечер. Тогда же состоится и награждение литераторов на премию его имени. Критерий отбора один. Книги соискателей должны быть посвящены любимой Шеметовым Тарусе. Ольга Золотина, Вячеслав Долгопятов, Владимир Фролов, телекомпания НИКТВ, Таруса.